Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. И тема сегодняшнего видео – районы Алани. На сей раз это район Афсалар. Это очаровательная девушка, она тут при чем? Это не значит, что сюда нельзя посторонним ходить, но... Но, тем не менее... Здорово! У нас, правда, сейчас зима, поэтому дождит есть на русском языке. Вот, например, вот кожа. Сумка, правда, одна, но тем не менее. Полюбившийся русскоязычным отдыхающим и экспатам. Сказать по правде, на самом деле здесь не только русскоязычные, здесь вообще и европейцы очень любят отдыхать. С этого-то места мы и начнем обзор этого района. За моей спиной местный Биг Бен, центральная небольшая площадь. Главная достопримечательность Афсалара – равно как и всех райончиков в Алани, это, конечно же, море. Скоро Новый год, сами понимаете, зима. Достаточно широкая береговая линия и очень много отелей вдоль берега. Это не значит, что сюда нельзя посторонним ходить, но это означает, что те, кто живут в определенных комплексах, у них есть свои лежаки, за которые не надо платить, и своя территория. Вот такое вот оно. Афсаларское море Средиземное. Сейчас середина декабря, скоро Новый год. И, естественно, гораздо меньше людей, чем летом. Вы можете представить, как здесь все кишит в летнее время. И разноголосие. В принципе, сейчас слышно, вот там вот есть кафе-бар. И вот сидят отдыхающие, кушают, пьют и общаются. Видите, большое количество всевозможных текстильных магазинов. Здесь есть сетевые магазины, такие как вот за моей спиной один из сетевых магазинов ШОК, в котором можно приобрести товары первой необходимости, как и в любом другом сетевом магазине. Насколько я знаю, здесь еще есть БИМ, Carrefour и 101. Сетевой магазин Хасбул, сеть торговых магазинов Migros. Ну, вы, очевидно, видели, у меня есть много всяких обзоров подобных магазинов на канале, так что зайдите, посмотрите, если вас интересуют цены и как там внутри устроено. А в Афсаларе есть вот такой вот немаленький Migros. Везде большое количество полицейских, жандарма, и следят за порядком. Несколько скучают продавцы, но тем не менее... Мирова. Гостеприимно настроены, делают, вы слышите, ремонты плановые, чтобы к новому сезону во всей красе встретить отдыхающих. По поводу вывесок, это тоже своего рода лакмусовая бумажка, очень много вывесок есть на русском языке. Вот, например, вот кожа, сумка, правда одна, но тем не менее. И вот там дом кожа. Ну, как могли, так и написали. В Лас-Вегасе вот, не знают, как следует русский, но зато пытаются. Я сейчас нахожусь прямо возле рынка, который проходит здесь, в Саларе, по средам. Так называемый фермерский рынок. Сюда свозится свежая, качественная продукция. Вот сейчас вот зима, и, конечно, выбор поменьше, но, тем не менее, посмотрите, и зачастую в это время года цены гораздо дешевле. 150 мандарины. Так со всеми рынками в межсезонье они становятся меньше. Ну, в туристических городах, естественно. В Афсаларе около 12 тысяч населения. В летнее время это количество увеличивается людей. В зимнее, естественно, падает. И всем нужно что-то покупать, что-то есть. Ведь не все же останавливаются в пятизвездочных отелях. Я-то снимаю для вас видео. Я могу попасть под дождем. Но вот эта очаровательная девушка, она тут при чем? Надо ее прикрыть зонтиком. Вот, стою тут уже второй час. Шучу. Афсалар. Ну, а сейчас мы посмотрим, какие здесь квартиры. Эта квартира продается. И при желании, естественно, вы тоже можете стать обладателем такой замечательной квартиры. Хороший застройщик. Не так много квартир осталось в этом комплексе. И я думаю, что здесь при желании можно... по крайней мере, приехать поотдыхать. Смотрите, с высоты птичьего полета видно все как на ладони. Вон море. У нас, правда, сейчас зима, поэтому дождит. Вон там знаменитые
Торосские горы. Вот. И комплексы, вот примерно так вот они выглядят. Сейчас хоть и не сезон, но бассейн не спущен. И когда солнце, то здесь купаются, отдыхают. Летом тут красота. За моей спиной идет стройка. Этот же застройщик строит зеркальное отображение этих самых домов. И там будет еще такой комплекс. Вот тогда можно уже приобретать по хорошей цене от застройщика. Цены самые что ни на есть низкие. За время строительства цена несколько раз будет дорожать. Вы можете на этом выиграть. И можете получить беспроцентную рассрочку. Вот. Кстати, здесь большое количество уже куплено недвижимости, и мало кто ее продает, что говорит о высоком качестве строительства этого застройщика. Вот мы проходим в комнату, здесь 1+1, достаточно много здесь есть всяких вариаций, есть и дублексы, то есть это двухэтажные, двухъярусные, 3+1, 4+1, и всегда можно выбрать по вкусу. Здесь в Ахсаларе очень много именно строений для отдыхающих, поэтому в большом количестве в больших сите сдаются квартиры в аренду, как апартаменты, есть апарт-отели, которые разбиты на несколько, скажем так, подъездов, и они полностью сдаются, так что можете обращаться. Вот такой вот он Ахсалар. Основные хорошие застройщики, их два. Вот за моей спиной один из комплексов, который достоин внимания, Орион. Могу рекомендовать, некоторые клиенты у меня здесь приобрели недвижимость. Так что вот там есть и бильярд, и боулинг даже, и бассейн, и кинозал. То есть все очень достойно. Вон, русскоязычные дети. Вот, решают, кому дали сдачу. Здесь в Ахсаларе есть много всяких кафешек, ресторанов, и есть места, где прямо выпекают и делают очень вкусные и пиде, и лехмаджун, и много всяких других блюд, которые действительно могу порекомендовать. Так что здесь не останетесь голодными. В Ахсаларе не так много достопримечательностей. Очень рекомендую взять автомобиль на прокат. За моей спиной Rent-a-Car, то есть прокат автомобилей, который называется FBI. У меня есть видео на сей счет. У них более 200 своих собственных автомобилей. И можно выбрать, куда поехать. Кстати, здесь очень удобная локация. Ахсалар еще отличается от других районов тем, что он максимально приближен к Анталийскому аэропорту, буквально 100 километров отсюда, и чуть больше до Анталии. И до центра Алании 20 километров. Так что локация очень удобна. С этой точки вы можете проехать до Инжикум, до мелкого песка. И там купаться сколько вам влезет. Это был район Ахсалар, который теперь и ты знаешь, как устроен и где что находится. Если нет, пиши, и я или мои друзья-подписчики помогут тебе разобраться. Сейчас за моей спиной изюминка, пляж Инжикум, мелкий песок, который хоть и не является частью Ахсалара, тем не менее, от самой ближайшей точки всего лишь 3 километра, и многие выходят погулять на этот замечательный пляж. У меня есть вид на этот пляж летом, можете посмотреть, но остальное сами все узнаете, когда приедете. Да-да-да, сейчас мы тебе тоже покажем. Если у вас будут еще какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь, ставьте лайки или дизлайки, конечно, не очень бы хотелось, но ставьте, мне очень интересно узнать ваше мнение. Пишите ваши пожелания, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления о моих видосах. Если вас заинтересует недвижимость, а это нормально, в Турции, то обязательно проходите в каталог недвижимости и узнавайте самые актуальные и приемлемые предложения. Спасибо большое всем, кто участвует. Мы обязательно будем разыгрывать призы и подарки. За самый хороший комментарий я вышлю тебе приз, поэтому пишите, будьте активнее. Ну а вот такое вот оно, Средиземное море зимой. Декабрь,
скоро Новый год, а у нас вместо снега дождь. Но даже он не испортит настроение. Спасибо большое. Дин дон дэйм, ассаляма, гэйдо, гилю гиле. Ну, наконец, просто чао, друзья. Пока!